Давай, скоро мы заживаем тебя. Вытаскивайте. Я одним придерживаю. Вытаскивайте, вытаскивайте. Все. Все нормально? Да, да, вытаскивайте. Крючок, что ли? О, червяки тут. Барабан, червяки. Вот, смотри, какие классные. О, да. Смотри в этот болт. Во, на тебе где пригодится болт. Забыть по твоей части. Закон. Так, туда, переваливаем. Да, подождите. Ну, так, все, сейчас давайте туда его. Куда туда? Туда, туда, туда. Подожди, только не шанс. Раз, 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 быстро. Не, раз, раз. Поехали. Раз. Ой. Еще раз. Оно все, само... все, 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 хватит. Оно само катится. Все. Не, еще один. Ну, давайте. Да. Давай. Ой, братья. Как вы это? Как кадры бесценные будут. Братья вместе, да? Ой, здорово вы как, а? Да. Ты завтра что, видишь, да? В Ребриху. А что? Семинар в город Сирена. Да. Ну все. А, ты... Ну? Что, завтра в город не видишь? Привет, беги. Передняя. Задняя. И... Держишь, нет? Давай, сейчас. Там придерживай. Да подожди-ка, я держу, держу. Давай. Вытащи. Смотри, тут тысячи земляк было. Вот тут уже. О, и сейчас его поставьте сюда, на меня навалите и все. Все, все, хватит. А мы только разработали. Но если разработать, можешь еще один вывернуть, его здесь внизу поставить его. Вот, у нас так и тоже надо будет. А, куда потом где? А потом где мне вас искать, да? Игорь сам сотренировался. Технология специальная. Ну, смотри, два рычага. Два лома. Передняя, задняя скорость. Против лома. Бог сказать свой. Ну все. Три, четыре. Еще раз. Еще. Подожди, 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 стой. Ну все, ставим на торец и все. Давай. Да, 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 да. Подожди-ка, давай. Сюда, там сухое место. Подожди. Ну, да. Поехали. Все, 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 ставьте на тарелку. О-о-о. Все, все, хорошо. Пошли в лицо. Вот это на две недели теперь. Ну все, что, отлично. О. А что, вы Роману что ли позвонили? Он нам позвонил. Игорь. Да? Я, говорит, не могу, я в кастрюле. Не, я говорю, ты где находишься? Он у кастрюли. Ну, это важное дело. Ну все, батюшка, мы пошли. Все, идите. Спасибо. Вон беленькие подросли эти. Еще какие-то беленькие появились. Я хоть запись-то идет? Или уже кончается, нет? Вот это кадры. Вот это кадры интересные были. А в городе что там? Ничего. Вот что ты было? Ты же сегодня сколько всего интересного было. А там вы что? Сидите вот. А? Смотри. Так, у меня на две ранды там бежит. Вы что-нибудь залезьте туда и это сбросить, там немного. А он тает и бежит прямо на это. Ну сейчас и залезем, у нас лопаты-то здесь. Лопаты только там надо не железное, а я дам это пластмассовое. А то железное там это, у меня там красное это. Поэтому. Пойдемте, я вам это покажу, где там. А мы сегодня надежды вообще не сбрасывали. На чердаке там тоже везде прошли. На складе большой слой. Вот. Такого батюшка не было еще от 15 лет. Нет, нет, метровый слой. Ну, все, да, у меня все, мама ищет, да?
Интернет. Это детдомовский. Ну, да. Иди ко мне. Иди ко мне. Так, посмотрим, что тут у нас. От бараны, от велосипед, вот туалет. А вот еще. Курица сидит на спине вон. У овцы. Она катает ее. Добрый вечер. Сколько вас тут, а? О. Тут хозяин. Петушок. О, это Рена зовут ее. Сторож. Мы ее обойдем благоразумно. Двинемся дальше. Вот веранда батюшкина. Проходим. Проходим с этой стороны. Вот. Ну, конечно, на французском, но там как раз я вписан. Документ настоящий. Ну, порядок. По-настоящему вообще. Написано, что мать, что отец. Ну да. Угу. Не детдомовская. Вот в этом году снегу. Мы уже 25 лет здесь живем, такого не было еще. Я не помню никогда, чтобы так вот заносило, было столько много. У всех на той стороне штахетник, это не видать, все под снегом. Кое-где выглядывает. Штахетник 1,20 м. Как будет ставить это? Вот у матушки там рассады сколько. Да. Ничего себе. Сюда же можно, да? Сюда. На крышу? Вот сколько рассады тут. А, можно. Там помидоры, наверное, там всякие. Такие дела. Это антенна для телевизора? Нет, это антенна, у нас было радио. Радиотелефон.
А сейчас? Сейчас она не действующая. А сейчас... Это у нас первого года не было, когда еще мобильных не было, это в 90-х годах. Нам один добрый человек нашелся с Барнаула. И вот этот телефон, нам радиотелефон, что он выходит на Корчино. Где там, а у нас такие два там, какие-то еще словацкие эти коробки. Ну, вот, и мы да разговаривали поэтому. Потому что столбы были, телефонная связь, их мы опоздали. Их спилили, вот, то есть убрали связь. Но нам такую вот сделали, был радиотелефон. Вот. Ну а сейчас он... Это есть у нас этот телефон, но мы им редко пользуемся, потому что у каждого мобильное стало. Поэтому... Ну а в то время он сильно нам был в помощь, этот телефон. А вот эти вот рации, которые у вас сейчас есть у некоторых, они одна к другой действуют, напрямую связываются? Ну вот у нас 6 номеров на ней. Вот 6 мы все. Ну где-то берет она в радиусе примерно 5 километров. Отсюда. Я проверял, пропал, уезжал, поэтому где-то так она это достает, можно ей переговаривать. Ну это такая, как она, это местная это, радио, это телефон. Это вот такая есть, вот там железнодорожники, там у них это делают. Это Алёша где-то, я не знаю, раздобыл, он купил. Тебе еще, залезь еще помогать кому. А, есть еще лопата одна. Давай, прекращай, иди. Да вон, возьми лопату. Может. Под шифером. А? Под шифером лед. Ну, около шифера. Ну, долбить не надо, ничего. Просто все, снег убрать, а потом там. Он подтает, тогда я уберу уже это. О, Бог. Ладно. Киса, иди ко мне. Иди ко мне, Киса. Киса, иди ко мне, иди, хороший мой. Иди, Киса, иди ко мне, иди ко мне. Ай. Ай, Кисуня. Да, ко мне, ай, ай. Ай, Кисуня, ай, Кисуня. Смотри, будешь ты. Давай, артисткой будешь, а? Ай, Кисуня, ай, какая она. Ай, какая хорошая Кисуня, а. Ай, ай. Сейчас. Ну ладно, ладно, не балуй. Ну все, Витя, иду тебе на помощь.